Первая инженерная школа откроется в Люберцах в сентябре, а точнее перепрофилируется средняя общеобразовательная школа номер 6. В первую очередь она поможет молодым дарованиям с выбором профессии, а также обеспечит высокий уровень подготовки выпускников, достаточный для поступления в технические вузы. С начала сентября преподаватели технических вузов начнут проводить дополнительные занятия по математике и физике в старших классах. А благодаря социальному партнерству с компаниями «Вертолеты России» и «НПП «Звезда» школьники будут посещать высокотехнологичные предприятия. Профориентировать школьников начнут уже с 5 класса. Это поможет ученикам с ранних ступеней определиться с выбором будущей профессии. В школе уже созданы новые кабинеты и лаборатории по физике, информатике, технологии, робототехнике, моделированию и конструированию. Кроме того, на сегодняшний день большое внимание уделяется и дополнительному образованию. В округе работает Центр инновационного технического творчества «Техношкола» и Люберецкая станция юных техников. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.